присоединился к команду Хабиба, я увидел, как Ислам был заряжен, какие спарринги проводил, в каком он темпе. Честно говоря, ни капли сомнений не было, что он просто переедет и Волконовского, и этого Оливейру тоже за одну ночь. 50 тысяч долларов теперь у тебя на счету, на что планируешь их потратить? Не знаю, люди почему так говорят, они недооценят Камару Усман, сколько лет был непобедимым чемпионом. Это не боец, который взяли со двора, привезли. Этот пацан самый лучший боец в истории UFC, можно сказать. Сколько лет был дальнейшим прямо. Придется привыкать, я думаю, дальше будет только хуже. Слушай, для меня кажется, Мурат Рамазанов один из самых сильных бойцов. Я думаю, стран СНГ минимум. Друзья, спустя огромное количество разных сложностей, разных препятствий, я все-таки лечу на турнир UFC 294, на самый ожидаемый турнир в этом году. Я уверен, что многие из вас его ждут, многие из вас надеются на то, что там будет очень много всего крутого, очень много ярких боев, дебютов, пояса для России. Но если вы ждете этого, то я уверен, что мне стоит ждать огромное количество бессонных ночей, огромное количество работы. И единственное, что мне поможет с этим справиться, наши друзья из Gorilla Energy. Это наш любимый энергетик. Он даст мне сил на то, чтобы смонтировать для вас просто нереальное какое-то количество видео с этого турнира. Буквально через пару часов мы отправимся уже в Абу-Даби, а пока заряжаемся этой энергией здесь. Ну что, вот мы и находимся в Абу-Даби. Буквально через пару дней турнир UFC 294 и интервью, и материал с него вы смотрите на нашем YouTube-канале Вестник ММА, а вот и Gorilla Energy, наш любимый энергетик. Икрам, как тебе слава? Вот сейчас при мне только человек 15 подошло, просили фотографироваться, передавать приветы. Чуть напрягает, честно говоря, этого спускается, двигаться особо не получается, непривычно это все. Но придется привыкать, я думаю, дальше будет только хуже. Ну да, судя по твоим тиммейтам, очевидно, что будет уже не по 15 человек там подходить, а по 1000. Да, что-то внимания много последнее, надо привыкнуть к этому, не отвлекаться от своей работы. Я думаю, мешать не будет это. Мы с тобой вчера чуть не договорили, потому что начался бой Хамзата Чимаева, но самое главное, я у тебя спросил, давай попытаемся договорить, 50 тысяч долларов теперь у тебя на счету, на что планируешь их потратить? А честно говоря, не задумывался об этом, сейчас чуть такая пустота на душе бывает после боя всегда, вот так все, это стресс проходит, что такое, спокойно, сейчас домой поеду, мыслями соберусь. Недельку отдохну, потом уже там подумаю, да, куда их потратить, что делать. Ну а какие-то вот незаконченные у тебя есть там траты, не знаю, ты хочешь там дом построить, не знаю, машину какая-то обновить? Нет, хвала Всевышнему, у меня все есть, у меня есть такие прекрасные братья, которые мне во всем помогают, и все хорошо у меня, альхамдулилла, главное, родители здоровые, дети здоровые, семья здоровая, это самое главное, таких материальных ценностей особо не тянет меня. Машина есть, дом есть, все есть, альхамдулилла. Как выглядела ночь после победы? Смог ли ты заснуть сегодня? Нет, заснуть пару часов только поспал, только после 5 часов там в комнату заходили все толпой, поздравляю, такая активная ночь получилась. Чуть эмоции зашкаливали. Так, ну, нормально, пару часов поспал, думаю, сейчас с дороги посплю в Дубае. А вы всей командой пошли потом куда-то праздновать или нет? Нет, мы в комнате были, в комнате пацаны подошли, все одни заходили, другие уходили, такая... Оживленная комната была до 5 часов ночи. Ты уже успел посмотреть бои, которые были на UFC, или и свой бой ты уже пересмотрел? Нет, я не пересмотрел свой бой, но я посмотрел Хамзата и этого бои Ислама Махачева после меня, которые были. Ну и, соответственно, другие бои тоже там на развилке уже смотрел все эти бои. Шары Буль ты успел посмотреть? Нет, честно говоря, очень интересно этот бой посмотреть. Что-то да, многие посмотрели, комментариев много, надо посмотреть этот бой тоже. Я в гостинице был в это время, не успел посмотреть его бой. Сейчас по телефону где-нибудь сяду и посмотрю. Как тебе бой Хамзата Чимаева? Вот я просто уже вижу в комментариях, что многие пишут, вот, что знаешь, как бы магия вокруг Хамзата Чимаева чуть-чуть она развеялась, потому что ну, он казался непобедимым, а вот сейчас Камару Усман на коротком давлении дал ему прям равный бой достаточно. Нет, люди, я не знаю, люди почему так говорят, они недооценят Камару Усман, сколько лет был непобедимым чемпионом. Это не боец, который взяли со двора, привезли. Этот пацан самый лучший боец в истории UFC, можно сказать. Сколько лет был дальнейшим прямо. Пацан вышел с ним, зарубился, бой выиграл, и ему говорят, ты слабый. Это как-то неправильно. Хамзат молодец, Хамзат выиграл бой, он сделал свою работу. Так, я не знаю, это же человек же, каждый человек, у каждого свои моменты бывают. Но...
не знаю, что сказать. Я думаю, это неправильно, если так будет рассуждать. Он дрался не с улицы пацанов, опять-таки, он дрался с чемпионом. А ты для себя что-то подчеркнул в этом бою? Понял, вот, не знаю, какие-то слабые стороны Хамзата? Ну, я в любой бой, любого соперника, особенно в моем весе, я вот так всегда смотрю, анализирую, где-то моменты ловлю, себе пользу беру, где-то изучаю соперников. Это в любом бою вот так у меня. Я смотрю, изучаю соперников потенциальных. Я вчера встретил на UFC-турнире Имам Шафи Алиева. Я понимаю, что вы одноклубники с ним. Да. Плюс к этому я недавно записывал Мурада Рамазанова. И вот что Имам Шафи Алиев, так как, скорее всего, Беллатор закрывается, он еще был в кепке вчера, Дана Вайт Contender Series, что Мурад Рамазанов хотят попасть в UFC. Что думаешь о их перспективах там? Слушай, для меня кажется, Мурад Рамазанов один из самых сильных бойцов. Я думаю, стран СНГ минимум. На весовой категории 84-77 килограммов. Парень очень-очень сильный, очень потенциально. Я не знаю, он... Ну, будем надеяться, что его подпишут в ближайшее время куда-нибудь. Он всем докажет, что он, на что он способен. А Имам Шафи не слишком молодой? Имам Шафи молодой, но тоже перспективный. Но в последнее время что-то его в зале не видел. Я тоже с ним не работал. У него то одна травма, то другая травма. Но, конечно, не сравнить с Мурадом. Мурада что-то уровень другой. Но любительская карьера тоже, бэкграунд тоже очень высокий. У него победы тоже в NFC. Он, как вы знаете, и чемпион, и вице-чемпион в одни ворота выиграл. Так что ждите новостей. Мурад взорвет скоро, думаю, эту индустрию. Ну, на самом деле, Имам Шафи уже тоже, он чуть проговорился, сказал, что в Дана Вайте вроде Мурад Рамазанов должен выступить. Нет, Дана Вайте он не выступает, там ПФЛ, скорее всего, может быть, он будет выступать. Хотелось бы в UFC все-таки его посмотреть. Честно говоря, да, мне тоже очень сильно хотелось бы UFC его посмотреть. Но еще не все решено. Посмотрим, что будет. Будем ждать новостей, да, все скоро все объявят. Как только так сразу. Я вот вчера тебе сказал, что твой бой получился самым таким уверенным, но потом еще выступил Ислам Махачев. И, в принципе, тоже, ну, не считая вот там одного момента, когда Волкановский смог в борьбе перевернуть его к клетке. А так тоже супер уверенный хайкик. Никто, я думаю, не ожидал тоже такого финиша. Как тебе этот бой? Слушай, я готовился отдельно у себя, и последний этап подготовки приехал в Дубай, присоединился к команду Хабиба. Я увидел, как Ислам был заряжен, какие спарринги проводил, в каком он темпе. Честно говоря, ни капли сомнений не было, что он просто переедет и Волконовского, и этого Оливейру тоже за одну ночь. Он там такой темп задавал на спаррингах, он там двоих-троих человек загонял. Я просто... Это было что-то. Поэтому... Мое личное мнение было, что он 100% выиграет этот бой. И, как говорят, я радовался, но, как тебе сказать, как будто радовался тому, что было суждено. Ждал этого результата. А вот я правильно понимаю, что Ислам Махачев, он, в принципе, работает часто там и с тобой, и с другими ребятами средневесами. При этом он-то выступает в 70. Да, он работает с большими весами. Со всеми работает, ему физика позволяет со всеми. Он с тяжами тоже может работать. И вот все сейчас обсуждают его переход в 77, то есть вполне реально ничего не потеряет 77. Нет, я думаю, нет. Наоборот, приобретет, я думаю. Потому что он много гоняет, он постоянно на диете. Он все время на диете. Это, я думаю, он только приобретет, если перейдет на 77 килограмм. Раз про диету сказали, а что ты успел сейчас поесть? Я вообще не поел, честно говоря. Я утром чуть перекусил. У меня всегда вот так бывает, по 2-3 дня я прихожу после этого весогонки. У меня такая весогонка получилась, тоже необычная. Последний за 10 часов 5-500 килограмм согнал, я вообще первый раз у меня такое было. Чуть залитый был, 96 килограмм набрал сразу, тот же день. Чуть побеспокоился насчет этого. Ну, нормально, все прошло. Сейчас позавтракал, чуть яичницу покушал, и все, с колбасой, и все. Да. Ну, то есть такого вредного, что-то там, колы какой-нибудь, не знаю, сладости? Не, сейчас ничего не тянет, пока я должен себя прийти сейчас пару дней, я вообще нормально кушать не могу сейчас. Надо себя прийти. И есть какое-то тоже понимание, как будут там в Дагестане встречать и там надо будет накрывать на стол, вот что будет происходить там? Слушай, я хочу поехать к себе в район, родной Касымкент. Там всегда, знаешь, домашняя еда, мамина еда, она всегда вкусная бывает. И к этой еде тянется, честно говоря. Вот сейчас в голове мысли, сейчас поеду домой, вот эту еду покушаю. Но я знаю, по-любому первые пару дней не получается ничего кушать. У меня организм такой, ничего не принимает. Но потом она как открывается, я опять 100 килограмм набираю. Слушай, а в плане вот праздника, то есть будет такое, что ты соберешь, там, не знаю, какой-то стол, позовешь там всех друзей, или наоборот, они для тебя организуют что-то? Как правило, всегда это бывает. Ну, это же их прерогатива. Посмотрим, да, как они встретят там, что они там сделают. Окей. Икрам, еще раз поздравляю, очень прям уверенная победа. Спасибо. Красавец. Спасибо большое.
Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, ACA, PFL, ONE, Fight Nights, RCC, NAIZA и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен. И много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорых встреч.